Привет, друзья! Хочу снова пригласить вас на трансляцию на канале «Бизнес в Ирландии» со мной, Сергеем Тарутиным, которая состоится 29 мая в среду в 7 часов 30 минут. Хочу ее посвятить вопросу, точнее, ответу на вопросы, которые стали поступать в последнее время по известным всем событиям в связи с изменением в системе социальных пособий. Люди пытаются вернуться на работу, но при этом сохранить материальную помощь от государства. А для этого предназначена программа, которая называется The Back to Work Enterprise Allowance, или BTWEA. Я перевел ее как пособие для тех, кто решил заняться бизнесом. Вот и хочу пригласить вас на вебинар, где, во-первых, расскажу про эту программу, а во-вторых, разберем вопросы, кто может принять участие в программе и какие есть ограничения. Расскажу про финансовую помощь, которую предлагает государство, кроме годового содержания. Разберем последовательность действий, потому что часто спрашивают: «Ой, подготовьте мне документы и отправьте его, чтобы я получила возможность участия в этой программе». Друзья мои, эта работа связана с вашим личным участием и с работой в двумя, как минимум, организациями. Это центр Интрео, это социальный офис, и офис местного предпринимательства. Мы поговорим о том, как заполнить форму на участие, каких ошибок желательно избежать, какие проекты легче одобряются офисом социальной поддержки, какие проекты вообще никаким образом не одобряются. И расскажу про бизнес-план, который должен быть предоставлен для офиса социальной поддержки и при сотрудничестве с местным управлением по предпринимательству должен быть сделан. Чтобы не пропустить ничего, во-первых, поделитесь этой трансляцией, поставьте лайк, подпишитесь на канал «Бизнес в Ирландии» Сергеем Тарутиным и приходите со своими вопросами 29 мая в 7 часов 30 минут при наличии значительного количества заинтересованных участников. Конечно, мы потратим дополнительные несколько минут на то, чтобы ответить на какие-то конкретные вопросы. Тема следующей трансляции – The Back to Work Enterprise Allowance. Пособие для тех, кто решил заняться бизнесом, на канале «Бизнес в Ирландии» с Сергеем Тарутиным.